В Якутск вернулся еще один участник специальной военной операции. В августе месяце он ушел на линию соприкосновения и подписал контракт. После нескольких недель боев якутянин получил тяжелое осколочное ранение и был направлен в госпиталь. После оказания ему квалифицированной медицинской помощи и первоначальной реабилитации военнослужащий вернулся на родину. В аэропорту участника СВО встречали представители правительства республики, почетный караул курсантов кадетского корпуса, а также родные и близкие. Земляки очень помогали, да, они приезжали часто к нам, да, им большая благодарность, землякам, очень все завидовали нам, ну, надо выполнять, да, свой гражданский долг.